Брак Олега Газманова балансирует на грани окончательного краха. Обжигающая страсть к Ирине Круг, похоже, заставила певца уйти из семьи. Олег променял жену на замужнюю Ирину Круг. Судя по лайкам в микроблоге исполнительницы, Газманову уже удалось подружиться с наследниками любовницы. Открытая и компанейская Ирина уже и с детьми его познакомила. Певица однажды призналась, что отношения с Сергеем Белоусовым потрепались, а кризис неумолимо и планомерно уничтожает их брак. У Олега ситуация схожая, исполнитель «Моих ясных дней» недавно без малейшего смущения отжигал с Полиной Гагариной, что вызвало волну домыслов об их тайном романе. Тем не менее, звезда эстрады вряд ли замешана в окончательном развале союза Газманова и супруги Марины. Круг и Газманов совместно исполняют композицию «Твой дом». Когда знаменитости появляются на сцене, скрыть взаимное притяжение становится неразрешимой задачей. Сопровождаемый довольными возгласами аудитории, Олег и Круг уходят, крепко держась за руки. Видимо, бурный роман сподвиг Ирину на то, чтобы избранник наконец познакомился с ее сыном и дочерью. Круг могла устроить специальную встречу и праздничный ужин, который Газманов уж точно бы не проигнорировал.